Железные кони гудят моторами и рвутся на городские просторы. Традиционно в начале мая одинцовские байкеры собираются на центральной площади, чтобы открыть новый мотосезон. Ирина Жуганова здесь впервые. Вместе с мужем они преодолели на своем двухколесном транспорте немаленькое расстояние. Пришлось переехать в Подмосковье из Донецкой области. Вообще-то мы байкеры уже со стажем. И там, в Украине, когда была Украина, у нас очень много друзей, очень много. И они все остались там, а мы одна пара сюда приехали. И надеемся, нас здесь примут. Тем более еще примут нас с Милой, потому что Мила для нас самое главное. Именно Милу они с мужем считают своим маленьким талисманом и в любые поездки берут с собой. Даже сейчас вот эта встреча здесь получилась из-за Милы, так как я вышла к администрации просто прогуляться, я видела мотоциклистов, думаю, подойду. Но Мила увидела мотоцикл и побежала к нему. Таких любителей необычного передвижения в нашем округе порядка 300 человек. Они называют себя свободные мотоциклисты. У нас мотосообщество, то есть территориальное. Мы находимся в Одинцовском округе. И, значит, мотоциклисты, вот свободные, именно так мы и называемся, по территориальности. Мото Одинцово. Здесь нет правил и обязанностей, но есть особые отношения людей. Дружба, поддержка, общие интересы и, конечно же, любовь к своему байку. Мотоцикл – это образ жизни, говорят они. Главное – не забывать про безопасность. Только внимательность и знание правил. То есть нужно себя сдерживать, потому что мотоцикл – это все-таки быстро ускоряемый вид транспорта. Тормозят все одинаково, согласно законам физики. Соответственно, нужно немножко головы, чтобы думать о безопасности. Зеркала, вот как видите у всех, и как у мотоциклистов, так и у автомобилистов. Ну и главное уважение на дороге, это чтобы друг друга все уважали. Причем быть осторожными важно не только мотоциклистам, но и всем участникам дорожного движения. Смотреть в зеркала, соблюдать скоростной режим, вовремя включать поворотники, мотоциклистам надевать экипировку, а автомобилистам не отвлекаться на телефон. Тогда летний сезон точно пройдет безопасно для всех. О субкультуре и движении байкеров в Одинцовском округе смотрите программу «Специальный репортаж». Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».